Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и это рубрика «Лучшие игры», где мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue. Ну что же, вспомним то, что у нас было в последней части. В последней части, помимо того, что мы прочли письмо, которое дала нам Инисан, оно было на китайском, мы нашли женщину, которая могла читать эти странные иероглифы китайские. Мы прочли в нем, что там был номер, по которому мы позвонили, и также был пароль, который мы назвали, когда позвонили. И что нам ответили? Нам отметили всего лишь два слова. Склад номер 8. Точнее, это три слова, но склад 8. Пусть будет два слова. Мы после этого долго-долго разыскивали, где же этот может быть склад номер 8. И все-таки нашли. Склад номер 8 находится в порту. Ну и, конечно же, под вечер, под самый вечер, мы узнали, как нам добраться в порт. Это довольно просто. Нам нужно всего лишь сесть на автобус, который выходит из Дабуиты. Отходит он от табачной лавки. Туда мы сейчас и отправимся, дамы и господа. Давайте сходим, посмотрим на кухню. Что у нас там есть. Если у нас что-нибудь, да, я вижу, у нас лежит рыбка. Давайте ее прихватим немножечко, ухватим рыбку отсюда и отнесем. I suppose this could be food for that kitten. I should go to the shrine. Гробницей он назвал вот тот навес такой небольшой, где у нас котенок в коробке сидит. Давайте поговорим с Инисан. Ine-san. Ryo-san, I don't wish to meddle, but please don't do anything reckless. Okay, thanks. See you later, Ine-san. Yes. Мы, конечно, будем аккуратными, но да, это же Рио, с нами обязательно что-нибудь приключится. Проходи, проходи, Ине-сан, ну проходи же. Что-то мы в трех стульях не можем разойтись. Давайте обойдем стол и спокойно пройдем. По пути покормим котенка. Ine-san is always there for me. Как всегда, и купим нашу игрушечку. На улице сегодня дождливо, к сожалению. Не очень хорошая погода выдалась на 8 декабря 1986 года. Я, может быть, преувеличиваю или выдумываю, но почему-то мне кажется, что погода здесь не просто так выдумана или как-то наобум сделана. Мне кажется, или я где-то читал, что погода здесь действительно сделана по реальным записям. Spar one round with me. Давайте попрактикуемся немножко. Yeah, I'm ready for you, Fuxan. Give me all you got. По реальным записям метеорологическим, которые действительно были. Это, конечно, невероятно. No holding back, okay? Опа! Воу, воу! Эй! That's the Fuku-san I know. Да, whoa, вот это просто отличный прием. Oh! How's that? Эй, не хватать! Ух ты, ничего себе, вот это был хороший удар. What's wrong, Fuku-san? That's Ryo-san, I know. Oh, look out! Hey. That's it for today. Thanks, Fuku-san. Thanks very much. Ну что ж, неплохо мы посражались. Отправляемся теперь уже по нашему месту назначения. Надеюсь, автобусы... Ну да, конечно, автобусы должны ходить с самого утра.
И мы попробуем поехать в порт. Возможно, нам что-то помешает. Ну, я не знаю. Я не знаю. Все-таки очень интересно попасть в новую локацию, безусловно. Безусловно, очень интересно. Конечно, да, денек мог бы выдастся и получше. Вчера вечером у нас шел снег. Было как-то по-новогоднему, повеселей. Hi, Megumi. Hi, Adio. Dio, what food do kitties eat? She won't eat the bread I save for her from my lunch. Is that so? Well, she's still a kitten, you know. Maybe she likes rice instead. Да нет, Мегуми, рис она точно не любит, зато вот рыбку нашу сушеную она с удовольствием скушает. You hungry? Here. Look, Dio, she must like it. Yeah, she'll recover faster if she eats. You're right. Thanks, Dio. Управляется наш котенок, уже идет на поправку. Надеюсь, скоро он выздоровеет полностью. А мы тем временем отправляемся дальше в Сакурагаоку. Кстати, я еще хочу по пути заглянуть в Дабуите в магазин, ну, в китайскую лавку. Ну, то есть в парикмахерскую Лию. Там же работают китайцы. Вот. А и попросить, может, они прочитать нам смогут свиток наш, который мы нашли в доджо. I love these. I should buy one. Ну-ка, что нам попадется на этот раз? О, толстяк какой-то. What? This again? Опять? Eggman называется. Maybe I should get another. Да нет, достаточно. Changed my mind. У нас еще есть много мест, куда мы можем потратить деньги. По какому назначению? Интересно, смогут ли перевести мне в лавке Лиу этот свиток? Может быть и нет. Я даже склоняюсь к тому, что они не смогут перевести. Скажу, там какие-то сложные иероглифы. Скорее всего, так и будет. Но проверить нужно. Проверить нужно в любом случае. А стрижка-то неплохо стоит. Я смотрю, самая дешевая 2700 йен. Это... неплохо, это очень дорого. Так, сейчас... где же этот свиток-то? Письмо отцу, меч тени, вот он. It's in Chinese. Ну, на них я как бы применить-то не могу. Excuse me. Hello, Ryo. Do you know the way to Amihama Town? Unfortunately, I don't. I see. Да, он нам никак вообще даже не реагирует на этот свиток, его использовать нельзя. Хотя, может быть, это какие-то другие цены снаружи написаны. Потому что я когда выходил, что-то там, прайс-лист был что-то там 300-700 йен. Наверное, это какие-то другие цены. Не знаю, может, на что-то другое, но многовато, конечно. Ну ладно, конечно, я на многое не рассчитывал, что нам прям тут возьмут и сразу переведут этот свиток. Давайте отправляться дальше. Давайте смотреть, что будет дальше. Давайте с Назоми поговорим. Сегодня она здесь. Назоми. Ryo, let me know if you need any help. Sure. Да, Ryo тебе скажет, как же. Ryo сам весь в себе, так сказать, весь... в своих проблемах, конечно. Совсем не обращает внимания на то, что Назоми оказывает ему внимание. Вот мы почти пришли к нашей автобусной остановочке. Теперь Ryo спокойно выходит. Давайте посмотрим расписание
автобусов наших. А, итак. О, он же уже приехал. Давайте зайдем. И поедем в порт. Сколько стоит? 80, 70, 160 йен, да? Да, 160 йен выходит, стоит поездочка. И мы уже почти в порту. Вот и наш склад номер 8. Ну что же, пойдемте смотреть. Смотреть, что находится на складе номер 8. Рио сделал пометку, где склад номер 8. Ну, я думаю, найти его будет не так уж и сложно. Мы его видели на заставке, но давайте спросим. Hey you! I said hand over all your money! I don't have no more! Please leave me be! No more! Don't mess with me! Stop it! And just who are you? Don't you know that blackmail is way uncool? Thinks you stuff, eh? Eh? You Hazuki from Suka High! Hazuki? Yeah? So what? I ain't afraid of him! I could take this geek! Ну давай, попробуй. Gah! Hey! Hey you! Wait! Damn! Whoa! You've had it now! Oh! Oh! Pretty tough after all! What? I have a question. Sure, what is it? Warehouse number 8? Where is it? Yeah. Down the street, there's a new warehouse district. Turn right, and number 8 should be there. So it's straight, and to the right. That's it. Well, time for us to go. Да уж, ребятки, пора бы вам идти. Ну что же, вот так вот такую вот встречу мы интересную произвели встречу. Узнал дорогу парня по имени Горо. Нужно идти прямо и направо. Горо прикольный чувак, конечно. Забавно, что мы с ним так вот встречаемся. В таких вот отношениях. Давайте идти прямо и направо. А, здесь же на земле у нас нарисовано 1-11. Да, склады 1-11 находятся здесь. А вот и наш 8-й склад. Wait a minute. Hey, you're not authorized. Get out now. I wonder if there's another way in. Надо бы нам попробовать как-нибудь еще туда попасть. Проникнуть на склад невозможно, если другой путь. Да, ну, нас, конечно, сюда не пускают. Давайте... О, может, спросим? Да нет, вряд ли они нам что ответят. И с ними даже нельзя серьезно поговорить. Давайте посмотрим, что у нас есть сзади склада.
an open window. I'll need to boost myself up there. Mm-hmm. Отлично, у нас есть открытое окно наверху. Может пододвинуть этот ящик? Точно. Так, у нас стрелочка зажигается вперед. Сейчас мы встанем, развернемся. И пододвинем этот тяжелый ящик. Слушайте, смотрите, смотрите, с каким усилием Рио его двигает. А там высоковато будет, но я думаю, Рио запрыгнет. Еще бы. И посмотрим, что же у нас на складе номер 8. Что же здесь находится? There must be some information here. Ну да. Так, давайте посмотрим все аккуратно. Как бы нас не нашли. Смотрим здесь каждый уголочек. Так, вниз, наверное, опасно спускаться, да? Наверное, нас могут заметить. Как бы нас не увидели. Ага, выход, видимо, с той стороны. Так. О, there's nothing here. Двери... двери у нас закрылись. Удивительно. Только что были открыты, теперь закрыты. Ну, давайте посмотрим что-нибудь здесь. Может, Рио хоть и сказал, что здесь ничего нету. Мы ему, конечно, верим, безусловно. Но не помешает и проверить. Доверяй, но проверяй, да? Так, а эта дверь у нас закрыта. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вроде да, вроде закрыта. А тут у нас... А тут у нас цепочка, через которую невозможно пройти. Ну ладно, действительно, Рио не соврал. Ничего у нас здесь нету. Давайте смотреть дальше. Тут оказалось открыто. This looks like an office. Какой плакат. Вперед к работе! Забавные японские вот эти темы. Так, что-то тут, ручка там, еще что-то. Похоже вообще на какую-то столовую, такую чаевню. В общем, здесь рабочие, видимо, отдыхают. Как мне кажется. Ну, здесь ничего, конечно, примечательного. Идем дальше. Здесь открыто. Тоже открыто. Все открыто, отлично. There probably aren't any clues here. Ага. Как ты так, Рио, заходя в первую же комнату, только открыв дверь, уже можешь... распознать, что ты можешь тут найти, что не найдешь, что найдешь. Посмотрим, что на столе. Да ничего полезного. I shouldn't touch them. Ага. Ручечка. There's nothing special about this. Ну да, действительно. Ничего в этом особенного. I shouldn't нет. touch them. Ладно, идем дальше. И идем дальше смотреть, что в последнем офисе. I hear voices. Is someone there? Would you look at this invoice? The address is wrong. So it is. I've asked them a million times to get it right. Yeah, it says right here, Old Warehouse District. What are they thinking? Can you call over to the old warehouse number 8? Okay, got it. So there's another warehouse number 8. I'll need to find the old warehouse district. Так вот оно что. Это вовсе не тот склад номер 8. Ну и, видимо, нам нужно именно в старый склад номер 8, потому что... Не знаю, мне так кажется. И Рио тоже так кажется. Я нашел склад. Нашел. Ну, еще пока ничего не нашел ты, Рио. Пока что мы только знаем, что нам нужно в старый район. О, ящик уже убрали.
А, ну да, чтобы нельзя было обратно подняться в склад. Ну, давайте посмотрим, где он может быть. А, судя по номерам, интересно, найдем мы или нет. О, давайте спросим у нее. Хисака-са. Рио. I need to get to the old warehouse district, but... The old warehouse district. It's just up the street. Great. Thank you very much. Отлично. Спасибо нашей знакомой. И пойдемте искать. Склад номер 8 в старом районе. Ха, сколько тут народу рыбу ловит. Номер 117 там. О, Том! Ты уже сюда переехал. Ничего себе. Привет. Том. Hi, Rio. Have you heard of the old warehouse district? The old warehouse district? No, never heard of it, man. Really? Oi. Do you know anyone who might know about it? Maybe Hisaka-san can help you. Hisaka-san? She sells lunch boxes near the warehouses. She's way over there. I see. I'll ask her. Ха, да мы уже у нее спрашивали как раз. Хисака-сан хорошо знает порт. Ну, Том, конечно, тот еще жук. Никогда ничего не знает. Постоянно такая ерунда с ним. Excuse me. Do you have business here? I need to ask you something. Do you know the old warehouse district? The old warehouse district is in back of here. What about it? How do I get inside? It's closed to the general public. Only authorized personnel can get in. I have business with someone inside. Unless you have an appointment, I'm afraid I can't let you in. I see. Что же нам делать? То есть мы как раз пришли к нему, но не можем туда зайти, да? Насколько я понимаю. Hey, wait! You can't get in without authorization. Get out now! Gotta wait till tonight. Ага. Ага. Это единственный мой шанс, чтобы пройти. Нужно дождаться вечера. Итак, значит... Рио хочет пробраться под покровом ночи. Склад номер 8. Ну что же, что же. Давайте посмотрим, что у нас еще есть в порту. Как-то так все странно относятся к тому, что... ну, Том вот вдруг раз и уже здесь. И мы сюда, и Том сюда. Видимо, это тоже склад номер 8. Давайте попробуем пройти. Hey, stop! This area is not open to the public. Get out now! Ну да, именно так. В общем, в любом случае, здесь находится вход на склад... в район старых складов. О, там собачка. Исчезла. А, нет. Давайте пойдемте посмотрим, какая милая. Стой, стой, стой. Excuse me. Yes? Ха, она, видимо, прогуливается со своей хозяйкой. Забавная. Ну что же, значит, нужно дождаться всего лишь вечера и попытаться пробраться на наш склад. Тогда на этом я закончу эту часть прохождения, как раз пока Рио будет дожидаться вечера. Продолжим мы в следующей части уже вечером. И попробуем все-таки пробраться на этот склад. Ну что же, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии.